Всем привет, меня зовут Сергей, и сегодняшнее видео было совсем не запланированным. Я просто в небольшом шоке. Я в течение последних двух дней получил три посылки. Посылки от моих фанатов. Один фанат из России, один фанат немец, русскоговорящий немец, который сейчас находится в Афганистане, и посылка пришла оттуда. И один фанат, Александр, тоже русский немец, но он в Германии находится. В общем, я в шоке. Я вам сейчас сделаю анбоксинг этих трех пакетов. Что внутри, я не имею никакого понятия. То есть для меня это для самого приятный сюрприз. Поэтому давайте приступим вместе. Сейчас я вам покажу, как это все дело выглядит. Вот смотрите. Три вот таких огромных посылки. Ну давайте приступим к распаковке, наверное. Ну в общем, вот смотрите, три. Это тяжелое. Это тоже тяжелое. Это немножко полегче. Это есть такая фирма, они занимаются рассылкой всяких для выживания, для туризма, всего подряд. Но это не от этой фирмы, то есть, вернее, это выслало это от этой фирмы, но заказал для меня и купил для меня, и отправил фанат. Я говорю, что это самое. Ну вот, смотрите, это такие пузырёчки. Так. Это счет, все оплачено. Тут рекламка обуви. Вот видите, вот вообще. Ну, на это я. Вот он пакет, смотрите, огромный пакет. Веса я не вижу, действительно, до 1.09.18 года. 3276 килокалорий. Это гражданский рацион от фирмы Travel Lunch. Я сделаю обзор позже на него, я буду делать обзор на этот рацион. Значит, на этот пакет. Это у нас вот видно, что от таможни, что она была проверена таможней. От Сергея Анциферова с Москвы. Город Климовск. Город Климов, Сергей Анциферов. Я вижу, что тут здесь было прозрачным этим, прозрачным скотчем заклеенным сверху. Я не знаю, так это отправлял Сергей или нет, но я думаю, что это все-таки она была на таможне, видимо, открыта. Да, видно, что она была открыта. Вау! Смотрите, что здесь. Офигеть! МЧСовский пакет рацион. О, это российский армейский рацион. Пятое меню. Офигеть! И это, я предполагаю, энергетически аварийные рационы. Два пакетика. Класс! Ну и это посмотрим. Я уже говорил, что этот человек мне написал на e-mail, написал, что ему понравился канал, и он хочет для развития канала что-то сделать. Что сейчас он находится в Афганистане. Смотрите. Это немецкие пакеты. Это немецкие пакеты. То есть три пакета. Рацион 8, рацион 5. Куча салфеток, как уплотнитель. И рацион 7. На эти пакеты я также сделаю обзор. Офигеть. Я в шоке. Ну вот, почаще таких сюрпризов. Всего хорошего, я благодарю вас за доверие к моему каналу и ко мне лично. Смотрите, наблюдайте, подписывайтесь. Новых видео, как вы видите, будет еще больше. Теперь это уже
почта фанатов. К сожалению, я никого не видел, ни у кого не видел какого-то сопроводительного письма, где была ссылка на его канал или на ссылку ВКонтакте, Фейсбуке. Не стесняйтесь, пишите, я с удовольствием выложу, если пакет пришел от вас, я с удовольствием выложу ссылку на ваш канал. Всего хорошего, пока. Будьте со мной, будьте со мной. И большое-большое-большое спасибо. В понедельник видит видео в связи с 500 подписчиками, да будет розыгрыш. Там я буду делать розыгрыш. Всего хорошего, пока. Будьте со мной, ставьте лайк. Пока.